Добрый вечер, уважаемые садоводы! С вами Галина Латинкова. Сегодня 18 июля 2023 года. И хотела рассказать о великолепном сорте, полученном от Валерия Константиновича Железова, номерной абрикос 1.57. Чем он интересен? Когда заканчиваются все абрикосы и отплодоносили летние абрикосы, этот абрикос конец августа, начало сентября радует себя своими фонариками. Когда очень хочется абрикосов, но их уже сейчас нет, вот, он вас, как говорится, наградит своими вкусными и сладкими абрикосами. Вот сейчас он в зеленом состоянии, плоды еще не зрелые, они еще растут. Ну вот наступит время, в этом году я уже говорила, что все у нас раньше. Вот единственная веточка тут немножко находится на ярком солнце, поэтому вот начинает желтеть. Так он еще будет крупнее набирать силы. И надо сказать, что в этом году не во всех садах завязались абрикосы, особенно в холодных зонах, где немножко теплее была температура на несколько градусов. Возвратные заморозки обошли, и цвет сохранился. И вот массовые зависть абрикосов, которые потом в готовом состоянии. Я вам постараюсь тоже снять и показать. Я думаю, что не пожалеете, когда пройдут хабаровские, амуры, серафимы. В полной зрелости закончатся другие сорта абрикосов. Этот абрикос продлит вам удовольствие и подарит вам летние денечки. Так что пожелаю вам иметь тоже такой очень интересный абрикос в своем саду. Огромное дерево, уже не молодое, этому дереву лет 10. Вот, и он ежегодно радует себя, радует нас своими великолепными оранжевыми фонариками. Всех вам благ, здоровья, благополучия и радости в этой жизни. С вами Галина Латинкова. С огромным уважением к вам и к вашему труду.